«Я и мой хвост». Учимся понимать животных. Привет, друзья! Меня зовут Олег, я автор и ведущий канала «Я и мой хвост», который находится на YouTube. Сейчас мы с вами будем изучать 7-недельный курс «Городская собака». Итак, о чем же этот курс? Этот курс, как правильно выстроить взаимоотношения между человеком и собакой. То есть, именно не о том, как научить животное каким-то определенным командам. Хотя в ходе этого курса мы с вами обязательно рассмотрим рабочие методики, которые должна знать собака, которая проживает в черте города. Самый простой метод дрессировки собак – это цирковые собаки, которые выходят в манеж, да, не задумываясь, выполняют какой-то один определенный трюк. На другой трюк уже выходит другая собака, но максимум 2-3 трюка в определенных ситуациях, в определенном освещении, при определенной музыке. Городская собака постоянно попадает в какие-то новые и новые условия. То есть здесь нужно привыкать к определенным звукам, к определенным движениям людей, которые постоянно меняются, к определенным запахам, да? И вот именно натренировать собаку, которая находится в условиях города, это один из наиболее сложных видов дрессировки. Я не очень люблю слово «дрессировка», я больше люблю слово «тренировка». И мы с вами будем тренировать наших собак. Не дрессировать, а именно тренировать. Мне потребовалось порядка 10 лет для того, чтобы разработать этот курс. На основе своих знаний, полученных в Кемеровском государственном университете на биологическом факультете, на основе знаний, которые я почерпнул, работая под руководством очень именитых дрессировщиков Российской государственной цирковой компании, и на основе тех знаний, которые я получил, работая в кинологической службе, спасателем кинологической службы Кемеровского областного поисково-спасательного отряда, и именно на основе этих баз знаний был разработан этот курс. Итак, давайте приступим к изучению. Сидеть.
ко мне вот, да.